Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня мы на рыбалку. Федя, наконец-то. Федя вчера рыбачил, он много наловил, и мы сегодня захотели. Ты рассказала же я тебе, давай завтра на рыбалку. Так, друзья, приехали мы на рыбалку. Сразу покажу вам. Смотрите, как красиво здесь. Красота. Посмотрите. Сегодня у нас выходной от ягод, друзья. Ну, как мы уже говорили, наверное, уже и не пойдем. Да, Ларис? Да. Ну-ка, махните. Всем большой привет. Так, вон там Федя. Федя, тебя потеряли. Федя, махни. Привет. Сюда смотри. Короче, мы сегодня втроем. Нас Иваныч привез. Ой, Лариса, Лариса. Тут. Эй, ну все уж, наверное. Этот. Тут Саша должен приехать. У него выходной. Так, в общем, друзья, что хочу сказать. Ну, нам нравится, по крайней мере. Там у меня рыба, рыба. Я вас пока в карман положу. Так, сейчас. Я же говорю, там у меня рыба. Ой, покороче делали, две острова. Да, друзья, короче, у меня рыба. Сейчас я отцеплю и вас застану. Так. Дай покажу. Как. Все, друзья, вот, посмотрите. У меня тут карман на грудной. Вот, я вас туда засуну пока вот. Ой, у меня руки, вы смотрите. Он у меня рыбак. Ну, такая вот рыба, Ларис, показывай. Вот такой карась мы любим, жареный. Прям аж, ух, плавники в муке, прям хрустящие. Обалденные. Короче, мы вот, ну, пока нормально у нас, друзья, нормально. Мы уже, честно говоря, этот, кушать захотели. Ну, сейчас по три рыбки поймаем. Я уже две штуки поймала. Да. Ты две, я вот одну, еще две. И сядем этот, покушаем. Федя. Там у меня тоже клюет. Так, рыбалка у нас идет. Сейчас, Федя. Федя кушает, я уже не буду с ним. Так, Лариса яйцо чистит. Тут у нас он. Мы на природе уж, друзья. Мы даже стрелки взяли. Здесь уходит. Так. Дай, Федя. Да, Федя. Угу. И мне почисти тогда давай. Ухаживай. Ты старшая, ухаживай за младшими. Друзья, мы любим стрелки, вот сало с яйцами. Это вообще это что-то. На природе. Федя уже все, побежал. Давай, спасибо. А руки, да? А? У меня, да, ты так же подумал. Я помыла руки, но... Только Саши нету. Федя, сиди спокойно, он, видите, прямо аж этот закинул. Ешь спокойно. Там червей нету. Мама... И клюет, да? Угу. Без червей? Да ты что, Федя? Да. Кошмар. Что это они, с ума сошли? Ну, то на червей не клюет, а тут без червей, да? Да, да. Федя, там тут сидишь. Федя, иди-ка посмотри, может, на самом деле попалась. Ну-ка, давай. Короче, я, друзья, смотрите, я один момент зацепилась. Вот, видите, вот этот, ну, бревно лежит. Федя прям туда залез и вытащил этот мой крючок, в общем, и чуть-чуть утонул. Вот, посмотрите, Федя ради меня утонул, да, Федь? Молодец. Не утонул. Федя, ты не утонул, а провалился. И утонул. Ой, не дай бог, господи. Ты мне яйцо почистила вроде. Да, у тебя яйцо. Угу. Федя. Я хочу, чтобы он достал. Федя! Один, ох ты ж, какой большой. Молодец. Молодец. Ты чай взяла? Нет. А где твой поплавок-то? А, все, вытаскивай. Ой, нифига себе, смотрите. Да, вижу. Ларис, смотри. Ну, я вижу. И что делать? Ларис, на, подержу. За пузо дай сниму. Поверь, покажи. Наоборот, поверни. Смотри, как кошмар. Там, получается, смотрите, кишит, что ли? Да, этот, рыбка не проглотила червя, а вот, ну,
прости. Сапоза, дай я ее. Пускай ну, плавает. Зачем? Ну, пускай плавает, все. Все. Так, короче, друзья, пока сидим. Рыбачим-то неудобно с удочкой. Этот рыбу я обязательно буду чистить. Хочу прям пожарить. Прям. Это же вообще очень вкусно. Просто муки обваливаем. Я отдельно, возможно, завтра просто видео сделаю, как я чищу и как я пожарю. Там же с икрой будет, да, рыба? Должна. С икрой будет, как мы икру оставляем внутри. И получается вот рыбка, прям она получается очень сытная. Вроде мясо мало, да, потому что там икра, это вообще объедение. Так что не пропускайте, как я буду чистить рыбу с икрой прям внутри. Это Лариса научила, да? Во, получается. Ну, оставалось, да? Угу. Вообще. Федя все время клюет, смотрите. Хлеб вкусный. Вот это черный. Хлеб всегда вкусный. Купишь, да? Так, Саша приехал. Вот это мое место, тут вчера сидел. Да, Федя сказал. У нас есть 10 бутылок. Ох, нифига себе, чуть-чуть зато. Мы с водой. А ты знаешь, что там гроза идет? Ветер относит. Вообще в нее только. Да ты что? Там ливень вон прям. Слава Богу. Там радуга была, не видели? Ты что? Нет. Звонил. Хорошо. Нет, у нас вот такой хороший дождь прошел. Это вот. В Ульяновске, да? Да. Вон же, вон, ливень, вон. Ну, видно, там где-то он льет, видишь? Куда ушел, отсюда. Да. Этот, телефон нет у тебя в кармане? Саша зацепился. Ой. Ну ладно, сейчас вытащим. Ну, баку нафиг. Как раз, он сюда не заходил, Федя. Осторожно, ноги не... А ноги хрен себе, трусы намочу сейчас. Ноги хрен себе, трусы намочу. Трусы уж хрен с ним, давай ноги осторожнее. Нет, вот это бревно вот стоит, вот оно. Какая мина? Вот ты ее к себе притащишь. Все. Я думаю... Сейчас там рыба интересно какая будет. Ты хорошо смотришься-то, как на лодке. Я помню, отцепил на себе. Ни хрена, тут ловить можешь сидеть, оказывается. Ларис, учи. О! Ё-моё, тут ловить можешь сидеть спокойно? Офигеть. Надо болотные собаки брать, короче, и сидеть тут ловить. А ты их поломай, эти ветки. Да. Ушла. Не ушла рыба, да. Прыгала, да? Ну ладно, главное, что все. Да, отломай сразу, Саш, чтобы мы там не цеплялись. Все, молодец, слава Богу. А Федя чуть не утонул. Тихонько трусы не намочи. Вот же, старались бы. Столько прошел, трусы намочи. Ой, Саша, у тебя там и клюет тоже. Вышел я. Саш, хорошо поднять? Там Федя идет. Поднимите, что? Поднимите. Саш, начальник без трусов. А что ты вчера это в трусах? Давай, Саша, вот. Не зря, Саша. Я завтра болотные сапоги, сейчас приеду, одену, блядь, пойду. О, Саша! Молодец. Посмотри. Все сюда. Саша, подкорми. Молодец. Ну-ка, Саша, положи-ка сюда. Положи-ка, я покажу свою. Я вот тоже вот поймала вот такую вот. А руки... Саш, ну как ты счастлив, да? Ну, на этом пруду, да. Тут редкость такая. Да, ну вообще. Ну, так не держи, упадет сейчас рыба. Вот это да, молодец, Саша. Смотри, в руку даже не помещай. Руки мой, молодец. Смотри, как... Опа! Вот такие мы рыбаки. Какая андатра? Вон. Бобер. Бобер. Андатра. Вон. Такую херню не таскает, он стволы грузит. Атя-тя-тя. Ага. Андатра. Хвост андатра. Так, рыбаки. Феди! Так. Мы будем закругляться. Уже. Все. Мы собираемся. Ты что тут? Зацепилась. Зацепила меня. Соблазнила меня. Давай, где что там? Господи. Давай. О, молодец. Ну все, друзья, мы сейчас отсюда подымемся и вам покажем наши рыбки. Так, что, домой? Домой, все. Удочки, все. Рыба здесь, короче. Ну что, Саш? Сматывай удочки. Ну что? Довольны вы сегодня? Да, мы всегда довольны. Я очень довольная. Мы всегда довольны. Нам лишь бы плевало. Да, нам лишь бы. Обязательно крупнее, лишь бы плевало. Ну, отдохнуть душой, да, Саша? Да.
Ой, я там запуталась, Свять. Ты мне сделаешь потом? Делаю. Смотрите, друзья, вот моя рыба. Короче, вот такого я поймала. Карася. Вот эти, вот такие, вот я буду жарить. Они очень вкусные. В общем, всю рыбу я буду чистить. Как хотите, друзья, пишите там. Ой. Да вот эти маленькие, курицам дам. Им тоже нужен этот. Что это? Фосфор. Курочкам тоже надо. Витамин. Это у меня Вениамину будет. Дедушке. Нет, это я сама съем, потому что надо тихонько кушать. Тут костей много будет. А вот эти вот... В общем, мы разберемся. Я очень рада, друзья. Сейчас нам браконьерша идет. Лариса, да, Федь? Браконьерша наша. Она ловит, заперет, ловит. Короче. Так что я и говорю. Она подо меня столько поймала, сколько я. Почти столько. Это кто работал. Поймал? Я? Да? Я столько меня. Нет, ты же... У него же больше. Нет, тот раз ты... Ну, я больше поймал. Ну, тут... Четыре. А я пять поймал. Это вот Лариса. Тихо, Федя, я говорю, оператор. Молодец, молодец. У Ларисы курочек много. Рыба там все. У Ларискиным цыплятам надо рыбу тоже. Наоборот, что а, это куда Саша поймал. Были? Ну-ка. Да. Добрускиво. Вот. О! А вот мои. Ну, у меня мало. Федя, показывай свою рыбу. Нормально. Это Федя. Ой, много. Ну, Федя рыбак. Молодец. Федя, ну ты рыбак, одну крупняк ты ловил. Короче, друзья. Короче, друзья, этот вот после ягод мы отдохнули. У нас ножки отдохнули, хотя мы стояли, но это уже вообще другая каша. Потому что ползать или стоять. Да. В общем, мы отдохнули, наши мужья нас прям это приветствуют, чтобы мы на рыбалку пошли, а не на горы за ягодами. Да, Саша? Ага. Саша вообще этот молодец. У меня ваши ноги дороже, чем рыба. А, да. Короче, друзья, ставьте нам лайки. Федя, показывай лайки. Саша, ты покажи. Саша, лайки. Вот так. Короче, ставьте нам лайки. Друзья, оставайтесь с нами. Пока-пока. Все, поехали домой.